Всем привет, мои хорошие, всем добрый вечер. Ну вот и наступил тот самый день, когда приезжает моя дочечка с внуком с поездки. Они приезжают сегодня ночью, а я вечером уже приехала к ним. Уже порядочек навела, тут все приготовила, постирала, в общем, убрала. И сейчас уже завалюсь в телевизор смотреть, а ночью я собираюсь спуститься вниз. Если Дыня уснет там в такси, то помогу ей с чемоданом подняться наверх. Я когда приехала, сначала думала, поснимаю, как тут было. Конечно, разбросано, когда люди собираются в поездку, вещи разбросаны, что-то ищут, что-то понакидали, и чемодан пока собирают, все такое. Вот. Но я что-то так быстро это углубилась в эту уборку, я совсем забыла, что я снимаю влог, что нужно было что-нибудь снять. Ну, в принципе, ничего страшного, что не увидели в этот бардак. Ну, а сейчас вон все убрано, все на местах, все отличненько. На кухне порядочек. И что тут у нас? Капусточка тушеная. Доча любит капусточку. Я буду встречать ее с капустой. В общем, все сделала, управилась. Можно отдыхать теперь. Ну вот, мои хорошие, доча приехала, геолокацию скинула, я спускаюсь вниз встречать ее. Первый этаж. Ну вот, приехали мои зайчики. Все, пошла за чемоданом. Всем привет, мои хорошие. Вообще, влог я вам уже сняла. Вот этот, который сейчас собираюсь снимать, это уже как бы дубль. Потому что все, что я сняла до этого, оно никуда не годится. Пришлось все удалить. И сейчас я снимаю заново все. Ну, за несколько дней, которые вот прошли у меня после предыдущего влога, собственно говоря, я уже съездила, получила ключи. Дочь моя приехала, я поехала ее встретила. Но встречала не на вокзале, встречала у нее дома. Я просто подготовила там дома порядочек, навела, покушать приготовила, чтобы уже они приехали, и чтобы уже там было уютненько и хорошо приезжать. Приятно, когда вас уже кто-то дома ждет, правильно? Вот. Ну, в общем, сейчас уже наступили такие обычные будни. Я уже дома у себя. И сейчас собираюсь приготовить, покушать себе. Хочу сделать рагу по-домашнему. Ну, сильно снимать много не буду, потому что, в принципе, вы это уже видели. Покажу немножечко какие-то отдельные кадры. И еще что я вам хочу сказать. Я записалась на стрижку, девочки. Моя прическа мне вообще не нравится. Меня ужасно раздражает вот эта челка, но я все-таки не привыкла с тяжелой челкой ходить. Поэтому я даже не знаю, что я хочу сделать, но я знаю, что вот здесь вот я хочу оставить, сзади как-то там подобрать. Что-то и что-то делать с челкой. Что мне сделает мастер, я не знаю. Но уже завтра собираюсь ехать на стрижку. А сейчас буду готовить, потому что ужасно хочется кушать. У меня есть вот такой небольшой кусочек мяса. Это я брала ребрышки. И вот это от ребрышек, только здесь нету косточки. Вот такое прослойное мясо. Очень хорошо будет домашнее рагу сделать. Ну, порежу небольшими кусочками, в общем-то, там брусочками, не знаю. Вот такими вот небольшими кусочками по 2 сантиметра порежу. 2-1,5 сантиметра. Вот такими кусочками я нарезала мясо. Картошку я нарезала так вот крупными кусочками. Я люблю, когда крупные. И нарезала лук. Все, теперь я поставила сковороду на плиту. Но так как плита у меня работает громко, это индукционная плита, и она работает громко, поэтому я звук, наверное, просто уберу и без звука буду готовить. Сначала я обжарю мясо на растительном масле, чуть-чуть с добавлением масла. Потом добавлю туда картошку, лук. И, в общем-то, сначала это все на интенсивном огне поджарится, посолю. А потом чуть-чуть водички добавлю и на медленном огне буду тушить до готовности. Вот и все. Вот мясо подрумянилось, теперь можно бросать картошку.
Вот теперь подрумянилась картошечка. Я закинула лук, посолила, немножко поперчила. Соль вкусную с приправами положила. И, в общем, теперь помешаю. Надо сбавить мощность. Чуть-чуть водички добавить, закрыть крышкой и вести уже до готовности. Ну вот мой обед готов. Жаркое по-домашнему, вкуснятина, я знаю, 100%. И сюда очень хорошо вписывается квашеная капуста. Это будет сочетание очень вкусным. Ну что, садимся обедать. Всем привет, добрый день. Я, девочки, вышла из салона, подстриглась, сделала опять чулочку наперед. Вот здесь, ну, здесь поправили, здесь сильно коротко не делали. Сзади покороче попросила. Ну, в общем, дома покажу вам, приду домой, покажу вам. В общем, подстриглась, облегчение такое. Вот мне нравится, когда я подстригусь, и мне прям хорошо, ничего никуда не лезет, никуда ничего не мешает. Я счастлива. Ну, сейчас еду дальше по делам. И скоро домой. Зашла тут в магазин, это вот торговый центр «Мир», и тут есть такой вот бутик. И здесь много всяких таких вот вкусняшек. Тут сухофрукты всякие разные. Какие-то орешки, там, я не знаю, чищенные, что-то вот вообще там, кто на диете, не на диете. Бразильские тут. Пекан, макадамия. Вот, да. Тут даже какой-то разный рис есть. Серый рис, красный рис. Вот. Вот такой серый, белый, красный рис. Вот. Ну и тут разный фасоль, конфеты всякие вообще. Классный выбор. А вот это что это оранжевое? Чечевица. Она вот и чечевица разная бывает. А зелененькая что это? Тоже чечевица. О, ну вообще разный рис. А это семена льна, да? Да. В общем, для диеты, не для диеты. В общем, всякая-всякая вкуснятина. В общем, заходите, выбирайте. Ну вот, я вернулась домой. Хочу вам показать стрижку. На улице не стала показывать, потому что там ветер сильный. Хотя у нас так тепло. Прям как весна. В общем, я вот эти вот ушки оставила. Сзади коротко убрала. Вот это все лишнее. Там кучеряшки мои вот эти все. Ну и челочку сделала наперед, как я привыкла всю жизнь ее так и носить. Так что вот так буду носить. Ну, я когда голову помою, я уложу уже по-своему. Здесь я так приподнимаю чуть-чуть. Здесь, чтобы в глаза ничего не лезло. И все равно уже такое облегчение. Прямо хорошо. Я когда постригусь, прям уже потом кайфую. Мне нравится, чтобы в глаза ничего не лезло. Вот, мои хорошие, зашла в торговый центр, зашла в магазин, зашла заказик Фаберлик забрала. Ну, в общем, купила продукты, хочу вам приготовить. Это уже в следующем видео, наверное, я хочу овсяное печенье сделать сама. В духовке. Но я не знаю, когда у меня будет время снять, но это будет в любом случае уже отдельное видео. А это видео получилось коротеньким, потому что много сюда чего не попало. И, ну, мне нужно его уже закрывать, заканчивать. В общем, сейчас пока что во влог мне снять больше нечего. Поэтому я с вами прощаюсь. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.